Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами хочу поделиться такой компанией, которая называется Краймонт, которую я узнала совсем недавно. Очень настойчиво вылазила реклама в Инстаграме и Фейсбуке о том, что проходит конкурс дизайнеров по эскизам в эту компанию. Я хотела первый раз нарисовать, но по каким-то семейным обстоятельствам я не смогла. И вот второй раз я нарисовала им свое пальто, которое надо было отправить до 30 сентября. Я вот за недельку-полторы я сделала эскизы. Вы можете наблюдать у меня видео. Отрисовала я 10 эскизов, из них отправила я только 6. Поэтому я в своем видео про то, как я делаю коллаж, я полностью вам не показала эти эскизы. А сейчас для многих дизайнеров есть еще один шанс поучаствовать в этом конкурсе от Краймонт. Это нарисовать легкие платья, тюль-дресс, какие-то шифоновые, либо там фатиновые платья, воздушные, в общем, красивые платья. Каждый дизайнер любит создавать платья. И это отличный шанс поучаствовать в этом конкурсе. Эскизы вы должны отправить до 31 октября этого года. Вы должны нарисовать пару эскизов в комментариях, в Инстаграме мы переписывались, в комментариях они указывают, что вы можете рисовать неограниченное количество эскизов и можете прислать. Поэтому я считаю, что у каждого дизайнера есть сейчас отличный шанс нарисовать эскизы и им отправить. Также у них еще на сайте указан про какую-то космическую тему, такое немножко авангардное. Кому интересно, я оставлю ссылку внизу в описании. Вы можете перейти на этот сайт, почитать. Офис этой компании, Краймонт, находится в Берлине. Но меня безумно радует, что вы можете зайти на их сайт, и там абсолютно все будет на английском языке. И вы можете почитать, это доступно перевести. Допустим, если бы это было бы на немецком, то, конечно, было бы немножко затруднительно понять вообще, что они хотят, о чем там написано на сайте. А так как все на английском, все доступно, можно скопировать, можно перевести в переводчике. Поэтому я считаю, что это отличный шанс для всех дизайнеров одежды нарисовать сейчас эскизы и отправить им. Результаты по платью уже будут в конце декабря этого года. Какая выгода от этого конкурса? С этого конкурса они говорят, что они будут выдавать сертификаты человеку, который выиграет. И этот сертификат будет отличным плюсом к их диплому, либо на то, чтобы устроиться куда-то на работу. Также они пишут на их сайте, что это международная компания. Они работают со многими брендами одежды, со многими байерами. И вот они ищут вот таких вот интересных, оригинальных людей, дизайнов. Мне кажется, знаете, дело даже не в том, чтобы там отправить в эту компанию эскизы. Это еще один лишний повод, чтобы сесть порисовать. Просто если взять меня лично, то я каюсь, я очень редко рисую. У меня не хватает на это просто времени. И вот когда, если есть какие-то конкурсы, куда-то нужно нарисовать, какой-то шанс, то я обязательно им пользуюсь, я рисую. Для меня это лишний повод просто взять листок бумаги, карандаш и начать творить, начать что-то делать. Я думаю, что таких, как я, очень много людей, у которых нет просто времени сесть порисовать. А вот этот Краймонт, я считаю, отличная платформа, отличный шанс. Поэтому я всем желаю творить, отправлять эскизы до 31 октября. А если вы еще не подписаны на мой канал, то будет мне очень приятно, если вы подпишетесь. You are welcome. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока.